Спасибо вам огромное. Вы наш президент. Не, ну, что я ваш, это я знаю точно. Да. Меня пытаются сейчас женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. И ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию. Что я имел в виду? Что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. Да. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это так. Вот, поэтому это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин. Если бы не было женщин, я бы не был президентом. Ну, конечно.